Но показательно, что и Карерас, и Доминго, они вот не замыкаются именно в рамках академического искусства, потому что Карерас не брезгает спеть и Оффенбаха, пожалуйста, и Версальская история, и South Pacific, и, в общем, песни. И это не роняет его достоинства камерзингера. В свое время считалось, что оперный певец ни в коем случае не имеет права петь ничего легкого. Можно подумать, что не существует просто легких арий. Хотя бы возьмем Папагено Моцарта из волшебной флейты. Легче песенку не придумаешь, это же просто элементарная народная песня. Но не легче для исполнения. Да? Нет, и для исполнения не составляет особого труда. Так что зря, потому что все великие певцы всегда после какого-то даже трудного оперного репертуара в конце баловали публику «Соле мио», «Вернись, Соренто» и так далее, такими песнями популярными. Неаполитанские песни, они уже для теноров почти, в общем-то, как классика, почти как арии. Живой талисман этой передачи, легендарный Чарлик. Вот он пришел уже к хозяину напомнить нам о том, что время передачи истекло, и мы должны завершать наш рассказ о Хосе Карерасе, которого мы помним, по счастью, и
в Большом театре, и на Красной площади, и, даст Бог, услышим еще. Да, где бы он ни пел, всегда его приятно слушать. И очень хочется, чтобы он пел еще долго. И поэтому пожелаем ему главное здоровье. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre.